Ах да, не забывай, мой друг, что также подобного рода демонстрации танков у вододелов проходят на фулл фарше. Что это значит? А это не что иное, как абсолютно сиреневое оборудование за боны, вкачанное до самого не могу, плюс голдовый запас снарядов, взятый за основу, плюс доп-пайки. Сейчас не хочу снова влазить в дебри, но вододелы есть вододелы. Ладно, спишем это на приятное совпадение, но, как ни странно, в их показательных боях почему-то часто встречаются такие противники, что просто можно только позавидовать. Но, думаю, не стоит объяснять вам, что реклама, она и в Африке реклама. И то бишь, рекламодатель никогда не подпортит почву тем, кто пиарит их продукт. Ну да ладно, не будем о грустном, кто понял, тот понял. Ёбаный рот этого казино, блядь! Поэтому...